Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я вам обещал показать Александра Македонского в шестой цивилизации в сетевой игре. Понятно, что в здравом уме игроки никогда не дадут за него играть, поэтому я нашел случайное лобби, сразу предупреждаю, что игра будет не длинная, не до конца, но показать мощь Александра Македонского, вот, за что ее банят в сетевых играх, мне кажется, получилось. И сразу предупреждаю, что тут будет много войны, битв и так далее. Никаких запретов, обычная сетевая партия, без всяких модов. Смотрите и пишите свое мнение. Старт, конечно, не очень. Прямо скажем, производства практически нету. Есть какая-то еда, есть... Ну, правда, все вырубить, конечно, можно. Тут равнины. Тут, правда, все везде равнины. Но, тем не менее, все равно тут поставлю город, а тут равнина. Ставлю город здесь. Опять же, откладываем производство на поселенца. Будем изучать... Первым делом... Блин, у меня тут даже... Понимаете, даже клетки невозможно никакие обработать. Какой бред. Горное дело. Давайте животноводство. Пока так сделаем. Так, всего 2 минуты будет на ход. Ну, вначале это еще более-менее. Надо найти соседей. Здесь у нас ртуть. Ну, я явно где-то в центре карты, конечно, нахожусь. Гипосписты мне более понравились. Плюс 5 к боевой мощи при штурме районов, 50% дополнительный бонус поддержки. Отличный юнит, несомненно. И гитайры. То есть идем сначала, конечно, в военный лагерь. Для этого нам бы желательно где-то найти варваров. Их убить. 3 штучки. Военный лагерь и школу пажей строить сразу. Хотя... Нет, вон ГГшка. Все-таки думаю, что я в центре. Я думал, типа, может, тут море. Это озеро. Это пока озеро. Так, здесь мы... Еда, производство, 2 клетки. Ну, тут будет еда. 2 хода эта клетка добавится. Надо вот тут посмотреть, что. Вот здесь неплохой... Раз, два, три. Вот выглядит, что тут неплохо город ставить. Надо вернуться. Видите, даже производства нету особо. 5 ходов будет делаться. Ну, хотя город зато растет. Пока. Здесь какое-то производство будет у города. Что поставим тут внизу. Надо еще вот тут посмотреть, что... То есть, в принципе, где-то тут город хорошо поставить. Здесь лошади есть. Но мне ни гипосписом, ни гитайром никакие ресурсы не нужны. Вот способность Александра, конечно, классная. Блин, где какие-нибудь руинки? 3. Ну, пока предварительно сюда я буду ставить. Но это очень предварительно. О, наконец-то руинка. Лошади, камень. Ну, в принципе, ничего такое место. Ничего такое место. Блин. И вот все орошение требует. Но мне надо рабочего, и надо будет везти, наверное, сюда рабочего, пшеницу обрабатывать, ускорять орошение. И потом идти кофе и какао присоединять. Это даже, можно, и ртуть еще будет. Вот это будут 3 клетки, которые я обработаю вначале. Вообще, у меня даже нет тут клеток никаких на производство, которые присоединить можно было бы купить, например. Да, зато денежка есть.
Надеюсь. О, вот это я в тему сюда город ставлю. Вот у нас, по-моему, Польша, если мне не изменяет память. Из тех, кто у нас в пуле. Раз, два, в трех клетках руинка. Поляк нет. Так что я правильно сюда веду город. Где-то вот здесь надо военный лагерь будет. Не, вот тут у меня не будет столько денег, чтобы аж две клетки выкупать. Тут надо будет военный лагерь ставить. Ну и в Пеле тоже военный лагерь надо будет ставить. Чтобы генералы побыстрее. С другой стороны, у меня гипосписты какого... А, античность. Ну, генерал от античности будет, правильно? Еще и разведчиков дали. Вот это здорово. Вот это, кстати, здорово. Я вот сюда побегу смотреть, что с этой стороны. Пока мастерство открываем, здесь возьмем. Давайте пока удвоенный опыт, раз у меня разведчик есть. Удвоенный опыт возьмем. А какой у меня там первый генерал будет? Юнитом античности и средневековья обращает в союзников всех варваров на соседних клетках. Слушайте, это вообще крутой полководец. Я тут могу юниты и не строить, а понаобращать. Ну, а, он работает один раз, блин, я забыл. Это не крутой, конечно. Он просто тогда используется и все, исчезнет. Что мне тут предлагает компьютер ставить? Так, тут у нас озеро какое-то. Ну, я пока возвращаюсь потихонечку. Так, строители надо сделать. А, нет, вот так сделаем. Там главное расти и производство. Так, тут не больше производства, чем здесь. Тут я рост выбираю, чем деньги. О, варвары. Блин, не надо их как-то убивать. Вообще-то. Ладно, пойду сюда. На всякий случай, если там появятся какие-нибудь ребята, которые хотят моего скаута захватить. Так, нашли. Нашли. Грузина. Ну, грузин явно где-то тут, как мне кажется. Это не грузин, это... Ну, это не грузин, мне кажется, это поляк. Это явно не грузинские цвета. Очень хорошо, что он поблизости. Будем... Дождемся, когда он разовьется. То есть за Александра не стоит спешить с нападением. Давайте поляка тут откроем. Встретим, наверное, его. Нормально будет. Так, ну рабочим я сейчас вниз пойду. Потом надо будет сразу поселенца делать.
У грузина один город, у поляка тоже пока один город. Я думаю, что может здесь поставить город. Фу, бежал, слава богу. Мне надо ферму, чтобы ускорить орошение. Давайте, наверное, орошение я все-таки открывать начну, потому что надо и какао обрабатывать, и вообще 4 хода. И мне надо 3 клетки. Так, мастерство пока отменяем. Международную торговлю пошли. А вот ГГшка какая-то, кстати. Надо бы ее встретить, но это явно религиозная. Так, Александрия растет, остальное на производство. Я думаю, что вот тут город поставить круче третий. То есть это как будет совместно тогда, вот если я буду захватывать города поляка. Но вот это явно лояльность от грузина. С другой стороны, это как-то далековато. Ну ладно, еще 5 ходов. Давайте, наверное, камень обработаем. Вот это будет вторая клетка. Упс. Что-то ни поляк, ни грузин как-то не торопятся города ставить. Поэтому я думаю, что надо в их сторону как раз и на них нападать в дальнейшем. Пойду сюда, действительно, вот тут надо город ставить. Он как бы и грузину, ну и он не дает в мою сторону города ставить, что тоже правильно. Хотя тут у поляка как-то и неудобно. Вот у него тут может город только если поставить. А, тут не вылазит. Хотя, блин, не знаю, как у меня тут разрослись границы, честно говоря, я не понимаю. Это Краков, все, он может и тут где-то находиться. Возможно, сюда город влезает. Но мой все равно влезет. Да, пойду сюда город ставить. Так, 107, это мне хватит денег купить караван, когда я его открою. Так что все путем. Так, надо варваров убивать, чтобы прокачивать. Так, это каменолом мне открыть, чтобы обработку бронзы открыть. Опа. Ну так себе чудо. Так, кто-то уже выходит. Кто-то уже ливает. Блин, я из-за него походил. Построил раньше него город, и чувак ливнул из-за этого. Нормально. Так, а тут что интересно? Ну, наверное, следующую шоколадку возьмет для обработки. В принципе, конечно, вот вырубка тут тропических лесов кучу всего даст для пеллы. Но это когда будет? А после вырубки тут нету особо. Видите, эти все леса на равнинах, а не на холмах. Нет, конечно, я не принимаю дипломатические делегации. Шоколадку обрабатывать. О, неужели тут все-таки край карты? И что, и континент я не найду, да? Кумари Кандам. Блин, континент.
Так, ну куда делся варварский скаут? Ереван встретили. Хорошо, давайте прокачаем для хождения по холмам. Так. Питер за Крашер за Польшу играет. Что-то мне не нравится его скаут там около моей столицы. Удовольствия недостаточно. Ну да, да. Такое бывает. О, убежал. Так, я пойду пока сюда. Только вот здесь пойду. Что там, скаут? Я все-таки опасаюсь. Так, построим. Ну, сейчас вообще карточка следующим ходом должна быть, так что давайте начнем воинов строить уже. Следующим ходом я третью клетку обработаю. И это будет ускорение мастерства. Да? А, нет, сейчас. Да ладно, не открыл. Блин. Тамара, до свидания. То есть там не пройти просто, блин. Варвары, надо бы, конечно, этого вот скаута убить, я тогда обработку бронзы ускорю. Сюда подойду на всякий случай. Поближе будет. Хотя тут расти надо. Я ж уже счастье взял. А, давайте прачников. Здесь поменяю тоже на прачников. Ну, чтобы поменьше, побольше использовать карточку, когда я ее поставлю. Вот тут уже минус один идет от городов. Верховую езду ускорили и беру, конечно. Да ладно, неужели взяли? Бог кузницы взяли, нормально. Ладно, тогда либо богиню земли. А, так все остальное тоже. Тогда богиню земли берем. Плюс, блин, на плюс 50% надо брать. Тут производство. Да, да, сейчас покажу. Ну и поляка будем захватывать, когда он разовьется. Так, где у нас тут варвары? Сверху. Хай подходит. Теперь строим воина, и тут прачника, и покупаем в Александрии торговца. Ну что, добьем, надеюсь. У нас больше силы. Удачно ускорили обработку бронзы. Встретили японцев. Встретили Рим.
горим где-то сверху. Стоим тут и ждем. Так, дальше у нас ранняя империя. Здесь можно... У нас там в сторону гипоспистов чистая обработка бронзы. А кстати, железо-то у меня есть где-нибудь? Я не вижу на карте железа. Может, сверху где будет? Но так вообще я железа не вижу. Отправляем караван, ускоряем деньги. Так, здесь прачник строится, воины у нас будут апаться в гипоспистов, поэтому мы их и строим. Да, и мне надо военные районы. Может, как раз, да, в Александрии. Сколько вообще строится военный район? Здесь 5 ходов. Кто-нибудь построил военный лагерь? Еще никто. Нет, тут, наверное, военный лагерь. А у этого города тут где-нибудь военный лагерь. Я, наверное, сюда город поставлю. О, это Англия? Нет, Япония. Кто это тут ругается у нас? А, не знаю, я его не встретил. Пошли исследовать, что у нас там, а тут обработаем лошадок. Тут вниз пойдем смотреть. Так, где тут? Опа. А вот это уже опасно. Мне, походу, на Рим надо будет нападать, а не на... поляка. Так, давайте воинов строить. Но все равно военный лагерь тут надо делать. Я пока еще воинов построю. Давайте посмотрим, сколько у Рима городов. Два. У него только два города. И он сразу второй город в мою сторону, причем рядом со столицей послание. Будет ли она у него вообще по лояльности? Ну, пока нет. Боже, Тамара достала. Я уже наемников ускорил. Блин, железный рудник у меня нету. И негде его ускорить. Так, а что с армией вообще? 105-81. Ну, Остию надо брать, тем более он ее за рекой поставил в мою сторону. Ага, вон где столица у него. И тем более у Рима самые такие опасные юниты получаются. Так.
Блин, деньги трачу направо и налево, надо завязывать. Очень мне тут этот рим не нравится. Я тут стою, полечусь, заодно у меня осмотр будет неплохой. Так, поляк в эту сторону селится. Пойдемте-ка мы тут... Оставшиеся заряды на... На вырубку тропических лесов потратим. Сейчас надо как-то не дать Риму подойти, пока у меня ранняя империя не открыта. Сюда и сюда встать. Он купил пращника. Восемьдесят один, 125. Ну понятно, что компьютер там клепает армию. Так, фаст клик. Так. Даже можно так. О, руинка. Что-то тут Рим особо не исследовал, я смотрю. Так, здесь, значит, у нас Грузия, Польша. Что-то мне его не нравится. Тут дуболом, а сколько у Польши сила? Ну, в принципе, это, наверное, вся его армия, вот эти три дуболома. Ну, может, где-нибудь скаут еще бегает. Так, один ход до ранней империи, да? Давайте еще воинов построим. Военный лагерь кто-нибудь построил? Польша. Угу. Плохо. Я бы, конечно, не хотел, чтобы с Польшей воевать. Может, с ним дружбу пока тогда кинуть ему? Давайте мы ему кинем дружбу. То есть я, конечно, планирую на него нападать, но у меня сейчас первоочередная цель будет Рим. А потом, возможно... ну, Ереван еще можно. Ереван, кстати, нормальный вполне. Жалко, нету, конечно, железа для ускорения. Ой, только не говорите, что поляк реально хочет на меня сейчас напасть с двумя дуболомами. Встал в защиту. Но его сейчас выкинет из границ, конечно. Это мне не нравится. Стою здесь, может, возвращаться придется. Так. Что мы ускорили? Трудовую повинность? Это район там где-то. Блин, я и так бы его ускорил. То есть он реально хочет на меня нападать?
Так, обработка железа. Здесь надо поставить карточку на... А сколько ли я еще городов вообще могу и хочу? Ну, я отсюда могу город поставить точно. Ну и, в принципе, я сюда могу поставить город. Ну, можно карточку ставить. Можно. Ходить, ну, в принципе. Ну, слушайте, ну если поляк не принимает декларацию дружбы, может тогда Риму примут? Мне надо решать, на кого нападать. Я не могу на два, на две стороны нападать. Мне, конечно, выгоднее на Рим, несомненно. Но если поляк сейчас будет вот так вот продолжать артачиться, как он сейчас это делает. Придется тогда Риму отправлять. Или как? Сто шестьдесят семь, девяносто четыре, сто двенадцать. Я даже не знаю. Но он явно легионы готовит, например. И воевать с Польшей сейчас намного выгоднее, чем с Римом, как бы он не был там развит. Давайте попробуем дружбу объявить с Римом. Кто там вообще вышел в темные века? Поляк тоже наш. А кто за... играет за Рим? Отвергает. Так, ну... С Римом все понятно, значит. Тут точно будет война. Два очка. Мне здесь военный лагерь надо строить тоже. Блин, еще и японец сверху подселяет. Да, надо открывать гипоспистов просто уже.
Ну, давайте. Что вы с моими гипоспистами сделаете? Блин, я забыл, кстати, отправить. Блин, может мне тогда Виктора лучше взять, а не Магнуса? Я вот думаю. Хотя у меня сейчас и трудовая повинность будет. Давайте Магнуса сначала. В столицу. Блин, и мне надо бы, конечно, военную традицию открыть. Потому что у меня иначе бонуса за атаку с флангом гипоспистом не будет. Сильно утрачивает 1,7. Ну, 1,7 еще терпимо. Там, походу, Риму некуда селиться. Поэтому он хочет меня атаковать. Блин, почему он послал мне делегацию? Ну, блин, что это за подставы начинаются от людей? На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!